Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Дитол, и мы продолжаем играть в LEGO City My City 2. Всем привет, дорогие друзья! LEGO City My City 2. Ну что ж, продолжим играть в эту игрушечку. Если вы помните, в прошлый раз мы начали строить лабораторию на острове. И давайте сегодня продолжим это дело, перенесемся как раз сюда. Нам не хватает буквально 150, чуть меньше кубиков. И мы сможем построить. Смотрите, вот это в город путь. Давайте-ка кому мы поможем. Прошу вас, мы летали на вертолетике. Здесь что можно сделать? Ой, смотри, какой-то новый вертолет. Вот есть возможность. Ну ничего себе. О, нет, несколько исследователей окружены лавы. Они в опасности. Лети туда и спаси их. Привези их автомобили обратно в лагерь. Вот смотри, есть какая-то новая возможность. Так, все понятно, строим. О, вулканический тяжеловесный вертолет строим. Лопасти, все готово. Поехали! Ну ничего себе, опять будем летать собирать исследователей? Да, опять будем собирать и спасать наши машинки. Да, кстати, интересная была миссия в прошлый раз. Да, мне понравилось. Хорошо. Так, загрузочка. Мы готовы. Вот наши застрявшие исследователи. Им срочно нужна наша помощь. Полетели 5 машинок и 3 минуты. Ох, смотри, он какой-то более такой массивный, конечно. Интересненько. Полетели. Может, сюда он двоих сразу может забрать? Но двоих навряд ли. Смотри, так, вон он слева. Вот он. Привет, спасатель. Эй, он так говорит, эй. Так, полетели обратно. Аккуратно, летим. Так, обходим красные кружочки, потому что это опасные зоны. Надо собирать как можно больше вот этих маленьких деталек, они нам пригодятся. Да, они потом складываются в кубики, а из кубиков мы строим разные здания. Да, сейчас мы собираем на лабораторию. Так, полетели дальше. Где он? А он, смотри, вот где-то кричал кто-то. Вот туда мы и полетели. Да, полетели. Вот, смотри, он вот там вот, прямо. Где? Левее чуть-чуть. Чуть-чуть левее. Вот он. А, вот он. Все, дорогой наш друг, мы тебя спасем сейчас. Цепляйте. Давай, цепляй его. Отлично, супер, вот еще один на базу. Спасатель. Фух, не спасатель, а исследователь. Осторожно, облачко. Облачко, в облачко тоже нельзя попадать. Ой, что-то такое нам прям по лопасти треснуло. Это было извержение. Извержение? Ой-ой-ой. Уронили? Уронили. Ну ладно, ничего страшного, сейчас подберем. Но я так понял, этот вертолет более такой массивный, и он менее подвержен разным внешним воздействиям. Да, я понимаю, на него просто у него меньше реакция на всякие вулканические вот эти извержения, гейзеры и все остальное. Так, отлично. Отлично. Осталось 3. Давай вот назад полетим, я уверен, что там что-то будет. Да, они там тоже бывают. Тоже должны быть. Хорошо, я помню, в прошлый раз был где-то справа. Да, и в этот раз он тоже здесь. Тоже здесь находится. Цепляем. И смотри, вон там вот тоже прямо тоже прямо находится один. Но я думаю, что зачем ты ты сможешь его... Не, мы не цепанем его. А, ты собираешь детальки? Да, детальки собираю. И мы сейчас возвращаемся обратно на базу, а потом вернемся как раз за тем, про которого ты говорил. Так, хорошо. Тихо. Облетаете огненные... Огненные гейзеры какие-то, да? Да. Так, отлично. У нас еще минута 48, и осталось 2 исследователя спасти. Так, и... Я думаю, мы успеем. Я думаю, тоже. Так, полет нормальный, вулканический, тяжеловесный вертолет, тяжелогрузный, да? Да. Так, хорошо. Возвращаемся на базу еще одного исследователя. Спасаем его. Отлично, там другие тоже работают активно. Мы не одни. Минута 20, минут 19 осталось. Хорошо. И куда мы полетим сейчас с тобой? Я думаю, назад. Назад и налево. И налево полетим. О, какой массивный вертолет. Врезался прям в скалы какие-то. Хорошо. Вот он. Мы идем на помощь. Мы здесь. Давай, может быть, слева облетишь этот вулканчик маленький. А мне кажется, можно просто вернуться назад, вот так вот облетев, да? Ну да. Это было бы неплохо. Хорошо, и где-то здесь сейчас должна быть лазечка, проходик. Все, и мы на базе. Отлично, осторожно. Да не, все нормально, мы спасли. Мы пролетели сквозь метеоритный дождь. Метеоритный дождь, точно. Так, задание выполнено, мы получили бонусы 2657, собрали маленьких кубиков. Супер, сейчас построим лабораторию. Из них получили 266, все, отлично, нас хватает, чтобы достроить лабораторию, где будет исследоваться как раз эти вот тектонические породы. О, в лаве спрятаны таинственные самоцветы.
Построй лабораторию, чтобы найти их. Да, именно это. Отлично. Задание закончено. Задание закончено. Здание лаборатории лавы – это моя новая любимая постройка в городе. Что дальше? Фух, что дальше? Давай пожарную. Пожарную построим, а? Да, давай. Пожарный штаб. Слушай, а пожарный штаб прям 2000 нужно кубиков. Ого. Твоему городу нужен новый пожарный штаб. Построй его поскорее. Давай построим и выполним в городе миссии. Так, теперь мы выполняем миссии в городе. Здание города в огне. Быстро помоги затушить его как можно скорее. Конечно. О, мы будем кататься на пожарной машине. Кузов пожарной машины с лестницей. Зацепили колесо и лестницу. Все, отлично. Вау! Отлично. Супер, супер. Так, что у нас есть пожарная машина и есть возможность выдвинуть... Так, потушить 5 пожаров за 2,5 минуты. Да, 5 пожаров. Поехали, у нас стрелочка указывает на пожар. Показывает, куда ехать. Собираем красные детальки. Прыжок! Вот как ты пролетел. Да, неплохо, это было прикольно. Хорошо, и нужно повернуть направо. Да. Так, поворачивай. Вот сюда и... Нажми. Отлично. На кнопку тушения. Тушим! Супер! Спасатели, пожарники, вперед! Так, куда нам дальше ехать? Давайте прям по газончику, ничего страшного. Ух ты, смотри. Он нас притормозил. Опа! У нас здание залетел! Нифига себе! Еще вот это игра! Ух, сколько здесь много всяких возможностей, мне это очень нравится. Хорошо. Да, такой разнообразный мир. Да, мир достаточно разнообразен, несмотря на то, что в управлении всего 3 кнопками. Так, тушим. Хорошо, потушили. Так, теперь вопрос. Смотри, как лестницу можно поднять. Ну, ничего себе. Так, куда нам дальше ехать? Направляй нас, стрелочка, веди. А сколько нам нужно вообще точек-то потушить? Нам нужно потушить 5. Да? Ой, врезались. Поехали, тушим. 5 точек. Супер! Еще осталось 2, всего лишь 2. И ровно обратно разворачиваемся. Так, ой, людишек, мне кажется, я их сбил. Нет? Ладно. Да, вроде нет. Вроде нет, мы вроде не вандалы какие-либо. Так, надо объехать это здание. Я видел дым там. Есть дым, хорошо, спасатели спешат на помощь. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-шки. Так, поворачивай. Все. Отлично, нам остается еще один, и времени у нас предостаточно. Времени у нас просто вагон, я бы сказал бы. Хорошо, оно нам добавляется. Налево. Ой, какую-то блокаду, здесь что-то разлили, какой-то цемент. Работы посередине сведутся. И вот следующий, последний заключительный пожар. Все, мы спасли, по всей видимости, уже всех. Всех жителей этого города Лего-Сити. Так, собрали 2600, 2800, 2900. Ух, неплохо. 293 кубика. Отлично. Теперь посмотрим. А нам нужно сколько? 2000. Вот это да. Ну что ж, давайте еще что-то пройдем, да, какую-то миссию. А смотри, вот это воздушная миссия, мне кажется. Где? Видишь, с облачком вот здесь вот снизу, вот здесь вот была она. Так, подожди. Ой, ну ты далеко, вот она. А вот она, давайте попробуем. Это, наверное, вертолет. О, да, на вертолете, на пожарном вертолете. Тушить пожары на вертолете. Как хорошо, как что классно. У нас лопасти есть и большой двигатель для вертолета. Неплохо. Отлично. Так, ой, будем летать над городом, классно. О, и потушил все. Значит, нужно будет лететь на здание и затушить. Ой, смотри, какие-то торнадо, вихри образующиеся. Да, надо в них не попадать. Так, 5. Все по-прежнему. 5 пожаров и 2,5 минуты. Нужно не попадать в эти вихри. О, а что за шарики такие летают? Не знаю, что за шарики, но вот такие вот вещи нужно облетать, конечно. Дай-ка, где же наша первая точка? Да. Ой, главное, с другими еще не столкнуться. О, как они кричат. Слушай. Хорошо. Где? Я что-то не вижу. Ой. Вот он, смотри. Тихо. Так, используем турбины, да? Нет, вот этот шланги поливающиеся, вот эта турбина, она поливает. Неплохо. Я понял. Первое здание затушили. Облетаем здание. Вау! Хорошо, дальше несемся. Чудеса на виражах. И еще одно. Отлично. Супер. Потушили, теперь следующее справа. Правей. А, это как ускорение, что ли, я не пойму. Да, это, видимо, ускорение. Да, это ускорение такое. Ой-ой-ой, как ускорился. Отлично, все, тушим еще одно здание и быстрее ускоряемся, летите, выполни задание. Дальше. Разворачивайся. Ускоряемся. Прости, братуха, чуть-чуть тебя задел.
Хорошо. Вот, видишь, пожар прямо. Где прямо? Видишь? А, вот он дым вдали, я вижу. Отлично. Ребята, держитесь. Все, потушили очередное здание, и город практически спасен. Осталось всего лишь одно. Отлично, еще один пожар, и мы успеваем. Немножко. Так, а что если вот этих сбить? Получится? Ай-яй-яй, нет, не будем. Мы попали. И попали в какой-то вихрь. Хорошо, вот еще одно здание. Ускорение, мы здесь уже. Отлично. Фу. Вот это у нас скорое пожаротушение. Да, вертолет, спасатели пожарников. Отличная вещь. Хорошо, мы заработали 1800, это 186 кубиков. Да, неплохо. Неплохо, но нам по-прежнему не хватает. Да, не нам хватает по-прежнему еще... нужно еще много очень кубиков. Фух, ну что ж, дорогие, а давайте сундучок сначала откроем для начала. Что у нас? Лопасти, небольшие лопасти ротора. Хорошо. Наверное, будет двухлопастной вертолет. Так, кузов большого пожарного вертолета. Ох, это... Отлично. Это супер. Так, и еще что? И небольшие колеса. Видимо, для того же вертолета. Ну, не знаю, возможно. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы сегодня начали строить пожарную станцию. И будем это делать в следующем видео уже. Да, спасибо, ребята, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нашу группу ВКонтакте. До следующего видео, до встречи. Всем спасибо, пока. Пока.